В сегодняшний момент у нас наблюдается уже максимальный пиковый, мы достигли, потихонечку спад происходит. Непосредственно спад уже большой в Индийском районе, Махамбетском и Атырау. Если в Махамбетском спад только прошел, как и в городе Атырау, мы наблюдаем уже вторые сутки у нас в городе Атырау непосредственно спад имеется уже в некоторых местах, то в Индийском уже большой спад произошел. Но вместе с тем, на сегодняшний момент, из-за того, что река Жайык разлилась на большие объемы территории, до сих пор представляет угрозу. Эту угрозу уже непосредственно представляет крестьянским хозяйствам и другим. По проведению аварийно-спасательной работы хотелось бы акцентировать, что все поступающие звонки, как и в оперативный штаб, как на 109, 112, обрабатываются. Это непосредственно по крестьянским хозяйствам, по эвакуации сельхозживотных. Непосредственно производится эвакуация высокопроходимой техники, а также плавательными средствами. Каждый заявитель, который был, незамедлительно реагируем и проводим аварийно-спасательную работу. Вместе с тем, также начаты восстановительные работы. Это непосредственно государственная система гражданской защиты, а именно Атыровская подсистема производит уже аварийно-спасательные работы по восстановительным мероприятиям. Мы знаем, на сегодняшний момент большинство дорог у нас происходит перелив. Эти дороги вместе с тем после спада будет производиться уже восстановительная работа. Как все работы по восстановлению будут закончены, тогда мы можем уже сказать, то, что мы пик паводков прошли и полностью произвели безопасное прохождение воды. На сегодняшний момент такое заключать еще рановато. Мы ждем полный спад. Если взять по Индиру, нам необходимо еще около 50 сантиметров ждать спада. По Махамбету более метра. Ну и по городу это 27 сантиметров спада, когда произойдет. Значит, те, которые критические отметки у нас были, если мы за них перейдем, тогда мы можем сказать, что уже пик паводков прошел, и нам он уже не опасен. На сегодняшний момент такое заключение нету. Так как аэровизуальное обследование последнее, которое было произведено с помощью вертолета, показало, что очень большие разливы по реке Жайык. За реку, за основную арну нашей реки вода вышла в общем в большом количестве.